Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как сделать вот такой замечательный жакетик в стиле кардигана Лала. То есть здесь у меня получается градиент с красного, переход на белый цвет. Пуговички вы можете выбрать на свое усмотрение. Размерчики я вам сейчас скажу. У меня высота моей жилеточки 37,5 сантиметров без горловинки. То есть от плечевого скосика до нашей резиночки, то есть до, получается, ну, на пол попочки рассчитано. Вот, теперь я брала за основу вот такой вот узорчик замечательный. У меня такой узорчик косичка сова. И здесь у меня получается, где проймочка, будет убавление, поэтому будет вязаться как бы полусова, то есть жгутик одной стороны и перекрещивание всего лишь маленьких двух петелек. Края у меня обработаны резиночкой 2 на 2, горловинка. Края у меня именно где рукавчики, проймочка обработана и начало резиночка тоже 2 на 2. У меня вот такая вот планочка широкая, очень довольно-таки модненькая, но, честно говоря, вам, если вы будете вязать на обхват по груди, или если у вас животик у ребеночка больше, чем обхват груди, конечно же, эта жилетка, именно этот размер с моей плотностью вязания, с моими спицами и ниточками, рассчитан где-то приблизительно до 59 по именно обхвату сантиметров. Если же будет больше, то такую планку я не рекомендую вязать толстую, то есть вяжите максимум 6 петелек. Почему? Потому что если у вас будет расти ребеночек, вы захотите на вырост, вот посмотрите при растягивании, что получается. Поэтому, если вы будете вязать на обхват больше, чем у меня, рекомендую вам планку связать меньше, то есть где-то 6 петелек самой планки, соответственно, петельку для пуговички делать именно посерединке 3 с одной стороны и 3 с другой стороны петелек планочки. И кромочная у нас 7-я. Чтобы не было вот такого вот эффекта. Но вообще это, честно говоря, очень модненько, поэтому я решила именно так сделать. Если же вы будете брать планочку поуже, то, соответственно, вам нужно спереди добавить немножечко узорчика. Что я делаю? Смотрите, я делю напополам вот этот узор сова. Он у меня состоит из 12 петелек и плюс 2 изнаночные для того, чтобы отсоединить узор от самого вязания. Вот. Соответственно, каждый из раппорта у меня состоит из 14 петелек. 12 узор сова и петелька изнаночная по краям. Итак, каждая. На спинке у меня просто вот таких вот 5 раппортов. И что мы делаем? Смотрите, мы набираем здесь вот перед планочкой с одной и с другой стороны по пол узорчика. То есть по вот такому жгутику у вас должно получиться. Вот здесь вот, как вы видите, возле проймочки, так у вас должно быть и в начале. То есть это для тех, кто хочет планочку поуже. Если вы хотите такую планочку, как у меня, то есть приблизительно по возрасту эта жилетка рассчитана, ну, я думаю, что если не крупненький ребеночек, то где-то до 2,5 лет. Если же, конечно же, у вас маленький бутузик, то где-то до года, года полтора, наверное, может быть, до 2 даже хватит. В общем, вы смотрите на свое усмотрение такую жилеточку в зависимости от выбранного цвета. Я считаю, что можно связать как мальчику, так и девочке. То есть, если вы возьмете какие-то более спокойные там тона, коричневые, синие, голубые, то можно смело вязать мальчику. Если же берете, как у меня, градиент, особенно если это красные, розовые цвета, либо даже коричневый с белым, то, соответственно, это более такой женский вариант. И, конечно же, вам понадобится 6 пуговичек. Я на равном количестве сантиметров распределила пуговички, но сверху я решила немножечко ближе, так как у нас здесь идет горловинка. И я решила, чтобы у нас не было никакого отворотика сильно. Можно было бы, конечно, бы и повыше пуговичку, но, честно говоря, я здесь боялась, чтобы ребеночку шею не давила, поэтому решила немножечко их ближе распределить. Если вы будете распределять на равные части, то, соответственно, вы смотрите и распределяете свою высоту жилетки на равное количество из 5 либо 6 пуговичек. То есть, опять же, вы смотрите по ходу вязания на свою высоту,
И, конечно же, измеряйте изначально ребеночка. Для того, чтобы понять и правильно связать, сделать расчетики для жилетки, вам нужно связать именно раппорт узорчика. Раппорт узорчика у меня, повторюсь, 12 петелек коса сова и 2 петельки по краям изнаночные. То есть всего вам нужно провязать 14, набрать 14 петелек, затем в каждом восьмом ряду сделать повороты сначала вправо, затем влево. В общем, в каждом восьмом ряду, в лицевом, повторюсь, в лицевом ряду, восьмом. И уже затем по раппорту узора, провязанному по примерчику, вы сможете правильно рассчитать, сколько сантиметров он у вас и сколько вам понадобится для вашего обхвата груди, для ребеночка, сколько вам понадобится именно этих раппортов. И, соответственно, конечно же, провяжите платочной вязкой для того, чтобы определиться с именно шириной вашей планки. Опять же, резиночку 2 на 2 для того, чтобы сделать правильные подсчеты. В общем, разные подсчеты, чтобы вам сделать. Вам понадобится провязать вашими спицами и вашими нитками, если они у вас отличаются от моих. Соответственно, плотность вязания у нас тоже отличается. Поэтому изначально провяжите вот такие вот образцы небольшие для себя, помощники. И уже тогда при расчете петелек вам будет просто, легко и получится точный размер. Поэтому, конечно же, если вам понравилось, присоединяйтесь, будем вязать вместе. По ходу вязания мы будем все полностью разбирать. Конечно же, кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь на мой новый канал. Будет много чего нового и интересного, поэтому присоединяйтесь ко мне, будем вязать вместе. Для вязания я буду использовать пряжу. Я взяла полушерстяную пряжу от фирмы Alize Lana Gold Fine. Это немножечко тоньше пряжа, чем обычная классическая. В ней 390 метров в 100 граммах. Вот, я буду использовать два оттенка цвета, то есть это красный, и буду переход делать на белый. Вы хотите, можете взять, в принципе, любые другие цвета, но желательно подходящие по, скажем, сходству. Вот, ну, допустим, если это черный, то он должен переходить, в принципе, в любой оттенок, с которым сочетается. Ну, я так думаю, что черный и белый сочетается, в принципе, с любыми цветами. А, к примеру, если это темный шоколад, то бежевый, ну, то есть вы уже там смотрите, можно красный в розовый, но, честно говоря, вот мне захотелось именно с красного в белый переход. У меня сейчас такое праздничное новогоднее настроение, поэтому буду делать красно-белый. Я буду вязать круговыми спицами номер 5, то есть на лесочке они у меня. Также может понадобиться вам обычные спицы номер 5, ну, то есть такие вот обычные платочные спицы ровные. Вот. Также в качестве дополнительной спицы я взяла чулочную номер 4,5, так как пятерочки у меня нет. Если у вас нет дополнительной спицы подходящего размера, можете взять немного тоньше. Но ни в коем случае не толще, для того, чтобы не вытянулись петли на узоре и узор не деформировался. Вот. Также нам понадобятся ножнички для обрезания кончиков. Возможно, вам понадобится по ходу вязания булавочки, либо маркеры для того, чтобы отметить, где у вас перед, где полочки, в общем, где спинка и так далее. В общем, какие-то различные нюансы, которые вам нужно будет отметить. Также понадобится вам сантиметр для измерения различных, скажем, деталей. То есть это обхват шеи, окружность груди, высота и так далее, то есть для измерения снятия различных мерок. Для начала я набросала вот себе вот такие вот мерочки на, как вы видите, такую вот как полужилеточку. Я вам сейчас буду рассказывать, какие мерочки я снимала. Я сняла окружность груди. Здесь я вам показываю на поясе, но я просто вот так вот себе расчертила, буду вам заново как бы показывать, что и где вам нужно. Итак, окружность у меня груди 58 сантиметров, полуокружность груди у меня 29 сантиметров. То есть вот окружность груди 58 сантиметров я написала, полуокружность груди 29 сантиметров. То есть я расшифрую, что это значит. 58 полностью у меня спинка и перед, то есть это и полочки, и спинка 58 сантиметров должны быть в длину. Если у вас полуокружность груди, то 29 сантиметров, то есть у вас должна спинка быть 29 сантиметров и две полочки в сумме составлять 29 сантиметров. Теперь высота моей жилеточки от плеча до самого низа должна быть 37 сантиметров.
полностью моя высота жилеточки. Теперь у меня раппорт узора составляет 14 петелек. То есть мои жгутики будут 14 петелек. 14 петелек я распределила количество, в общем, на спинку мою. То есть на 29 сантиметров у меня помещается 5 раппортов. То есть 5 раппортов полностью на спинку по 14 петель каждый раппорт. Это получается у нас 70 петелек. То есть смотрите, на спинку мне нужно набрать 70 петелек. Как я узнала, что у меня помещается 5 раппортов? Я предварительно провязала из своей пряжи, которую буду вязать, в данном случае я взяла другие цвета, из черного переходящий в бежевый. Почему? Я не захотела, скажем так, тратить именно новые ниточки для того, чтобы посчитать. У меня были остаточки другого цвета. Здесь же вы берете свою ниточку, которую будете вязать, и провязываете вот такой вот узор. То есть вы смотрите плотность. Сколько у вас раппорт узора составляет сантиметров? Вот мой узорчик, я его измеряла. Теперь, как будет смотреться переход, допустим, от красного в белый? Ну, честно говоря, я знаю, как от красного в белый будет переход выглядеть, поэтому я здесь его не вязала. И также вам нужно провязать не только раппорт узора, а именно платочной вязкой. То есть, сколько у вас в одном сантиметре петелек, либо в 10 сантиметрах количество петелек. Итак, я узнала, что мой раппорт составляет 6 сантиметров, то есть 14 петелек занимает 6 сантиметров. Я поделила 29 сантиметров на 6, у меня получилось 5 раппортов. 5 и 6, 30, ну то есть 29 сантиметров я округлила 30. Теперь же у меня получается по узору спереди нужно распределить тоже точно так же, то есть на две полочки поделить мой перед. Плюс у меня еще спереди должна быть планочка. То есть вот здесь вот у меня идет планочка, на которой будут располагаться мои петельки и пуговички. Изначально я решила, что их будет 5. То есть на свою высоту из 30 сантиметров плюс 37 сантиметров плюс вот это горлышко. Я так приблизительно раскидала по сантиметрам. У меня получается первая петелька для пуговички будет через 3 сантиметра от начала вязания. А между первой, второй, второй, третьей, третьей, четвертой и четвертой, пятой у меня будет по 9 сантиметров ровно. Точно так же из макушечки у меня останется приблизительно 3 сантиметра до первой петелечки сверху. То есть через каждые 9 сантиметров от первой петельки до второй, от второй, от третьей и так далее. 9 сантиметров. Первая петелька через 3 сантиметра и последняя приблизительно там у нас останется через 3 сантиметра. В зависимости от высоты горлышка. Теперь что нам нужно? Нам нужна высота проймочки. То есть от плеча до подмышечки у меня будет 14 сантиметров. До проймочки высота жилеточки у меня будет вязаться 23 сантиметра. Вот здесь вот через 23 сантиметра провязанных я буду начинать делать убавление для проймочки. Теперь у меня снизу идет резиночка. Резинка у меня будет высотой 6 сантиметров. То есть 6 сантиметров я буду провязывать резинкой 2 на 2. И затем буду переходить на непосредственно сам узорчик. То есть на сами жгутики, будем их так называть, совушки. Вязать я буду в 2 ниточки. То есть смотрите, мне нужно сделать красивый переход с красного цвета в белый. Поэтому я буду сначала вязать в 2 нити красного цвета. Затем поменяю на серединке вязания нить красную и белую, то есть по одной буду вязать, заменю одну красную на одну белую, а затем я перейду на 2 белые нити. То есть так мы сделаем переход с красной в белый цвет. То есть мы будем серединку вязать и красной, и белой ниточкой.
Чтобы нам посчитать, скажем так, где у нас серединка, где верхушечка и так далее, я 37 сантиметров визуально поделила на 3. У меня получилось там, в общем, 12 с копеечками. Я решила не заморачиваться по сантиметрам, поэтому я от начала до, скажем так, конца первой части из 3, то есть 1/3 нашей жилеточки, это у меня 13 сантиметров, я провяжу в 2 нити красные. Затем через 13 сантиметров от начала, то есть это у меня резинка плюс узорчик часть, будет 13 сантиметров красного цвета. Затем через 13 сантиметров я поменяю ниточку одну на белую, то есть буду вязать белой и красной 12 сантиметров. Через 12 сантиметров я еще раз поменяю ниточку красную последнюю на белую, то есть буду вязать двумя белыми. Еще 12 сантиметров в высоту до плечевого шва, до вот этого плечевого скосика. То есть у меня получается 12, 12 и 13. Я разделила свою общую высоту жилеточки в 37 сантиметров. Ну, плюс-минус там наше горлышко, то есть я его не взяла во внимание, так как низ будет больше, чем последующие 2/3 части нашей жилеточки. Здесь я горлышко буду вязать тоже белым цветом. То есть это уже, я думаю, всем должно быть, в принципе, понятно. Вот. Потом мы будем с вами обрабатывать наши проймочки резиночкой. То есть все должно быть, в принципе, красивенько и аккуратненько получиться в итоге. Так, что я еще не сказала? Смотрите, итак, по поводу набора петелек общего для вязания. Так как у нас раппорт узора забирает 14 петелек, узор у нас как бы набирается вот 14 петелек, и он, узор, сужает нам вот этот вот раппорт из 6 петелек. Если мы провяжем платочной вязкой просто лицевыми петельками, то, как вы видите, идет расширение платочной вязкой. Мы, чтобы у нас некрасиво не получилась планочка, мы уменьшим количество вот этих петелек. То есть я на планочку буду брать 10 петелек. Плюс у нас должны быть к 10 петелькам 2 кромочные. То есть там, где у нас будет, скажем так, правая сторона ложится на левую и крайние петельки с одной и с другой стороны. Вот они, 2 наши кромочные плюс. И так как планочка должна ложиться на планочку, а планочка у нас 10 петелек, то нижняя планочка у нас также должна равняться 10 петелек. Поэтому у нас получается 10 петелек для проймочки верхней части и 10 для нижней части, плюс 2 кромочные. И в итоге у нас получается на переднюю планочку нам нужно 22 петельки. То есть вместо 14 петелек у нас будет 22 петли для планки. То есть смотрите, мы сейчас будем набирать на спиночку 14, 14, 14, 14 и 14. То есть 70 петелек мы с вами будем набирать на спинку. То есть вот спинка у нас 70 петелек. Наперед мы будем набирать 14, 14, 22 петли планки, 14 и 14. То есть у нас получается на левой полочке будет 28, то есть 2 раппорта петелек. И на правой полочке у нас, если мы поделим на 2 раппорта, будет 28 петелек. И здесь у нас посерединке планочка, то есть это перед. 14, 14, 14, 14 и 22 на планочку. У нас получается на перед 78 петелек. Если мы 78 прибавим к 70, то есть 70 наши петелек спинка, мы прибавим 78 петелек переда, то есть 2 стороны, 2 планочки, как не планочки, а полочки, 2 полочки наши, левая и правая, по 2 раппорта, 2 раза по 28 и 22, это 78 получается петелек. 78 мы прибавим к 70, это получается 148 петелек. То есть изначально нам нужно набрать 148 петелек. После того, как мы наберем 148 петелек, мы начинаем вязать
высоту резиночки 2 на 2. И, конечно же, вяжем изначально в 2 красные нити. То есть в 2 красные. Либо какой у вас там основной первый цвет. Затем через 13 сантиметров мы с вами поменяем одну нить красную, одну нить белую. И так вяжем 12 сантиметров. Последнюю, получается третью часть, мы будем вязать в 2 белые нити. Я думаю, что по ходу работы нам должно быть все понятно. Еще раз повторюсь, раппорт мой 14 петель, составляет 6 сантиметров. Изначально вам нужно провязать спицами, которыми вы будете вязать, вот такой вот узорчик. И затем высчитать, сколько сантиметров этот узорчик занимает у вас, именно занимает по сантиметрам. Затем окружность полностью нам нужно распределить на вот эти вот сантиметры. То есть 6 сантиметров, 6 сантиметров, 6 сантиметров, 6 сантиметров, 6 сантиметров. У меня поместилось 5 раз на полуобхвате груди. Вы уже смотрите, сколько помещается у вас. И исходя из этого, будете считать количество петелек, набранное для вашего, в общем, размерчика. Теперь же не забываем, конечно же, что через первые 3 сантиметра мы с вами будем делать петельки, затем через 9 сантиметров и каждые последующие 9 сантиметров мы будем следить для того, чтобы делать дырочки для петелек, в общем, для пуговичек. В общем, я думаю, что приблизительно так я вам все рассказала, все нюансы. По ходу работы мы будем еще смотреть, считать. Поэтому сейчас мы берем 2 ниточки красного цвета и спицы номер 5. Я буду брать круговые, так как я буду сразу набирать 148 петелек. Для тех, кто вяжет полностью перед и спинку вместе с планочками, то набираем 148 петелек. Для тех, кто вяжет отдельно полочки и отдельно спинку, вам нужно поделить 148 на 2. То есть это получается 74 петельки. То есть на спинку вы набираете 74 плюс 2 кромочные для того, чтобы потом было сшить боковые швы. У вас для боковых швов нужно будет набрать лишние 2 петельки. Теперь же потом эти 74 делите на 2, то есть получается 70 на 2, 35 петелек. И по 2, то есть 37 петелек вам нужно будет набрать на каждую из полочек. Плюс 1 с одной стороны кромочная и на второй полочке с другой стороны кромочная. То есть тоже для боковых швов. В общем, набираем 148 петелек и начинаем вязать нашу жилеточку. Итак, берем, слаживаем ниточку в 2 и отступаем от краешка, от нашего кончика ниточки, где-то приблизительно сантиметров 80. Можете отступить немного больше для того, чтобы нам набрать 148 петелек изначально. То есть мы сейчас на первую спицу набираем 2 начальные петельки. Затем приставляем вторую и набираем еще 146 петелек. Почему мы сначала изначально набрали на одну спицу, затем приставили вторую? Для того, чтобы не были растянуты крайние вот эти 2 петельки. Вот, я люблю такой набор использовать, чтобы не вытягивалась вот эта крайняя петелька. Итак, в общем, набираем 148 петелек. 2, 4, 5, далее 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 145, 146, 147 и 148. Все, набрали наши 148 петелек, и теперь нам нужно вернуться в начало, и вот у нас, смотрите, 2 начальные петельки остались на одной спице. Мы вытаскиваем вторую спицу, то есть тянем за второй свободный кончик спицы. То есть за свободный, чтобы мы не сняли 2 начальные вот эти вот петельки при наборе. Теперь смотрите, если вы хотите, в принципе, вот считается, что сейчас у нас должен начаться лицевой ряд.
Но я, честно говоря, люблю, чтобы у меня с лицевой стороны была вот эта красивенькая косичка. Поэтому я буду считать вот этот ряд изнаночным. И буду его вязать как изнаночный ряд. Смотрите, у нас было рассчитано на планочку по 10 петелек. Плюс 2 кромочные с каждой стороны по петелечке. Поэтому мы сейчас первую кромочную провязываем изнаночной. Теперь мы... Получается, первые 10 петелек провяжем платочной вязкой. То есть 10 петелек лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петелечка, 9 и 10. Мы провязали кромочную и 10 петелечек нашей планочки лицевыми. Теперь у нас должны начаться... В общем, серединка часть, то есть наша резинка 2 на 2. Но так как это изнаночная сторона, я начну с двух изнаночных. Если это у вас лицевая сторона, советую вам начать с двух лицевых. Итак, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Итак, мы чередуем 2 изнаночные, 2 лицевые до того момента, когда у нас... Останется в конце 11 петелек. То есть сейчас мы вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные почти до конца. То есть до 11 петелек, 10 петель планочки и последняя наша кромочная. То есть так чередуем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И так вяжем дальше. Я думаю, что здесь ничего сложного нет. Вяжем просто 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные до последних 11 петелек на левой спице. Итак, вот мы довязали до последних 11 петелек на левой спице. И как вы видите, мы начинали с 2 изнаночных провязывать резиночку, так и закончили 2 изнаночными. То есть с лицевой стороны у нас будет полосочка из лицевых петелек. Теперь мы вяжем первые 10 петелек лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. А последнюю кромочную мы с вами провяжем изнаночной. И все последующие кромочные мы будем провязывать изнаночными петлями. Теперь поворачиваем на уже лицевую сторону, первую кромочную снимаем, далее у нас идут 10 изнаночных с этой стороны. Мы их провяжем 10 лицевые, и все последующие ряды мы будем первые после кромочной 10 петелек провязывать лицевыми петлями. То есть это у нас будет простая платочная вязка. Она будет у нас неизменна, все полностью петельки 10 после кромочной будут лицевыми. А теперь у нас идет резинка 2 на 2. Мы над лицевыми двумя вяжем 2 лицевые, над двумя изнаночными вяжем изнаночные. Снова идут 2 лицевые, 2 изнаночные, как обычная резинка 2 на 2. Так мы и продолжаем вязать резинкой 2 на 2 все последующие петельки, чередование 2 лицевые, 2 изнаночные, до последних 11 петелек на левой спице. То есть сейчас... Я думаю, что вопросов тоже возникнуть не должно. Просто продолжаем вязать все по рисунку. Как у вас ложатся петли, так и вяжем петли до последних 11 петелек на левой спице. Довязали до последних 11 петелек в конце. Это тоже последние петельки 10 планочки и кромочная наша изнаночная. То есть смотрите, планочку мы как всегда вяжем все петельки лицевые, как с изнаночной стороны, так и с лицевой. Это платочная вязка, как и в начале, наши 10 петелек и кромочная. Поэтому вяжем 10 первые петелек и 10 последние петелек перед кромочной и после кромочной. Мы вяжем полностью всегда лицевыми. Обязательно следите за тем, чтобы вы провязывали именно за 2 ниточки, вот, чтобы у вас ниточка не делилась, и затем кромочная и изнаночная. Затем, чтобы ниточка у вас не делилась, чтобы вы провязывали полностью все петельки двумя ниточками.
Следите за этим. Теперь поворачиваем на изнаночную сторону и вяжем все по рисунку. Первую снимаем не провязанной, то есть кромочную. Мы провязываем последнюю изнаночной, первую снимаем не провязанной. Теперь 10 петелек наших лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали нашу планку. Теперь приступаем к резинке 2 на 2. У нас идут 2 изнаночные, мы так их и вяжем, 2 изнаночные. Затем 2 лицевые, так и вяжем 2 лицевые. 2 изнаночные вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые вяжем 2 лицевые и так далее. То есть этот ряд мы провязываем все полностью по рисунку. То есть провяжем резинку 2 на 2, затем приступим к вязанию нашей планочки. То есть все петельки 10 лицевые, затем кромочная, изнаночная. То есть в этом ряду, в третьем, вяжем все по рисунку полностью. Провязали третий ряд, четвертый и пятый также вяжем по рисунку. Первая кромочная, затем 10 лицевых платочной вязки и резинка 2 на 2. Затем заканчиваем 10 лицевых платочной вязки нашей планочки и кромочная изнаночная. То есть так вяжем еще этот ряд и следующий изнаночный. А затем мы с вами сделаем, как раз у нас будет 3 сантиметра, сделаем петельку на планочке. Итак, мы провязали с вами первые 5 рядочков нашего вязания резиночки 2 на 2. И вот она у нас получается планочка. Сейчас я провязала, получается, высоту 3 сантиметра. Как я вам говорила, первую петельку для пуговицы я буду делать через 3 сантиметра. Сейчас берем на нашей планочке с правой стороны, то есть смотрите, это лицевой ряд, правая сторона. Я буду делать жилеточку для девочки, поэтому с правой стороны буду делать петельки. Для тех, кто делает жилеточку для мальчика, вам нужно будет со стороны левой делать. То есть, если вы посмотрите на себя, для мальчика вы делаете петельки на стороне сердца, для девочки делаете на противоположной стороне. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы берем первую петельку кромочную, снимаем не провязанной, как всегда, и дальше вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. То есть мы провязали половинку петелек нашей планки. Теперь делаем накид. Просто накид делаем. А следующие 2 петельки, то есть получается 6 и 7, провяжем вместе одной лицевой. Накид нам заменил одну петельку, которую мы сейчас провязываем вместе лицевой. Вот так вот. То есть сейчас мы довязываем 3 оставшиеся петельки лицевые. И в итоге смотрите, что у нас получается. У нас получается такие же 10 петелек, как и были. То есть смотрите, кромочную убираем, затем считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6 накид, 7, 8, 9, 10. То есть 10 петелек у нас как было, так и есть. Нам накид заменил петельку, которую мы убавили. Вот этот накид, когда мы будем провязывать, он и будет служить нам дырочкой. Если же вам кажется, что это маленькая дырочка, то есть возможен такой вариант, что вам хочется побольше петельку сделать, то есть, ну так как-то вот, вам придется 2 петельки просто закрыть обычным способом. Провязываете одну лицевую, делаете протяжку, затем вторую лицевую протяжку, то есть делаете просто закрытие петель 2, а затем восполняете эти петли 2 накидами. Но мне кажется, что этой петельки достаточно, я буду пуговички делать небольшие, плюс учтите, что петелька в вязаном изделии имеет свойство растягиваться, особенно на детских вещах, это сплошь и рядом. Теперь же не смотрите, что она здесь совсем такая маленькая, при провязывании следующего ряда вы увидите, что она довольно-таки большая. Не спешите закрывать 2 петли. Вот, а для начала провяжите вот так вот, может вам покажется действительно достаточно. Я буду делать вот так в последующих всех случаях. Теперь же, запомните, как вы делали первоначальную петельку, если по-другому, чтобы потом в последующих рядочках, где будут петельки, вы повторяли то же самое, то есть не провязывая лишних петелек, рядочков и так далее. То есть мы сейчас с вами закрыли петельку и сделали накид, провязав 5 лицевых из 10, первую кромочную сняли, 5 лицевых, затем сделали накид и провязали 6 и 7 вместе лицевой.
Вот так вот мы будем делать во всех последующих рядах. Итак, сейчас я вам предлагаю провязать все полностью по рисунку до конца этого ряда и вязать по рисунку до 6 сантиметров в высоту. То есть всего от начала вязания у вас должно быть 6 сантиметров. То есть это приблизительно где-то 10 рядочков. Ну, то есть вы сейчас посмотрите, будете вязать. Сейчас получается у нас по счету 6 ряд с петелькой. Я вам покажу, как мы провяжем изнаночный ряд вот в этом месте. Поэтому сейчас довяжем мы лицевой ряд до конца по рисунку и изнаночный по рисунку до момента провязывания вот этой планочки, то есть где у нас накид. Мы вяжем все по рисунку, там где лицевые, там лицевые, где изнаночные, там изнаночные. Планочку мы провяжем 10 лицевых, кромочную, изнаночную. И затем вернемся по рисунку к вот этому месту, где мы с вами провязываем на лицевой стороне петельки для пуговички. Я вам покажу, как мы провяжем изнаночный ряд. Мы на изнаночной стороне провязываем 2 изнаночные с резиночки последние. Теперь вяжем все полностью 10 петелек вместе с накидом лицевыми. То есть вяжем первую лицевой, затем вторую лицевой, третью, четвертую, пятую. То есть просто за переднюю стеночку не перекрещенный накид. Вот я просто ее провязала лицевой. И довязываю вот здесь вот все полностью петельки лицевые, 9, 10 и кромочная, и изнаночная. То есть смотрите, я провязала после того, как сделала накид в предыдущем ряду, просто провязала лицевой петелькой. То есть смотрите, вот он наш накид, я провязала лицевой, и получилась вот такая дырочка. Мне этой дырочки для петельки более чем достаточно, при том, что по ходу носки вот эта петелька, я вам еще раз повторюсь, имеет свойство растягиваться, поэтому мне ее более чем достаточно. Я поворачиваю на лицевой ряд свое вязание и продолжаю. Вот смотрите, как с лицевой стороны все получается очень аккуратненько. Продолжаю вязать все по рисунку, то есть кромочная снимаем не провязанная, 10 лицевых и 2 лицевые, 2 изнаночные. Провязывая все полностью до рисунка, нам нужна высота 6 сантиметров. Нам нужно вязание закончить с изнаночной стороны. То есть вот так, как мы сейчас с вами закончили провязывать изнаночный в начале лицевого ряда. Точно так же нам нужно остановиться при вязании на 6 сантиметрах на повороте с изнаночного на лицевой ряд. То есть точно так же, как сейчас. Вяжем все по рисунку до 6 сантиметров в высоту. 6 сантиметров провязанный, теперь мы приступаем к вязанию непосредственно самих рапортов узорчика. Смотрите, планочку мы трогать не будем ни с одной стороны, ни с другой стороны. Поэтому кромочную снимаем, затем 10 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И начинаем вязать рапорты. Раппорт узора составляет 14 петелек. Из них первая изнаночная. Мы провязываем ее за заднюю стеночку, для того, чтобы она не была перекрещена. Теперь 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И получается 14 изнаночная, снова за заднюю стеночку. То есть изнаночная, 12 лицевых и изнаночная. Наши 14 петелек раппорт. Теперь повторяем то же самое. Изнаночная, 12 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И заканчиваем изнаночной. Мы провязали 2 раппорта узора, которые входят у нас в переднюю полочку. Мы провязали планку и одну переднюю полочку. Сейчас мы будем подряд вязать 5 раппортов спинку. Начинаем вязать первый раппорт. Изнаночная, 12 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Заканчиваем изнаночная. Это первый раппорт. Снова начинаем изнаночная. Далее 12 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Изнаночная. Это второй раппорт. Далее начинаем с изнаночной. И 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Изнаночная. Это третий раппорт спинки. Изнаночная за заднюю стеночку. Просто чтобы не были перекрещены. Если вы уже вяжете по-своему, то вяжите по-своему. Снова. Начинаем раппорт с изнаночной, 12 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Заканчиваем раппорт, как и начинали, изнаночной. Это 4. Снова начинаем изнаночная, 12 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Заканчиваем изнаночный раппорт. Это 5 раппортов спинки. И приступаем к вязанию полочки. Начинаем с изнаночной. 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И заканчиваем изнаночной. Это первый раппорт второй нашей полочки. И снова изнаночная. 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 лицевых и заканчиваем изнаночной. Мы провязали 2 раппорта второй полочки и довязываем 10 петелек лицевых нашей планочки, на которой будут пуговички. Итак, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И кромочная, изнаночная. Мы провязали первый ряд нашего узора. Второй ряд мы провяжем по рисунку. Кромочную снимаем. Затем у нас идут 10 петелек планочки. Мы так и провяжем 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь мы провяжем с вами полностью все петельки по узору. То есть там, где лицевые, мы вяжем лицевыми. Там, где изнаночные, вяжем изнаночными. То есть у нас идут по рисунку лицевая, так и провяжем ее лицевой. Изнаночные 12, так и провяжем 12 изнаночных. Снова лицевая, лицевая, 12 изнаночных. Лицевая, лицевая, 12 изнаночных. И так мы вяжем до планочки по рисунку, планочку 10 лицевых и кромочная, изнаночная. То есть полностью все по рисунку. Изнаночная сторона у нас всегда будет вязаться по рисунку. Я проговаривать этого не буду, но обратите на это внимание. Все четные ряды, то есть изнаночные ряды, там где у нас, как я вам уже говорила, косичка будет лицевая сторона красивая, а вот где вот эта вот ребристая сторона, это изнаночная. С изнаночной стороны ничего мы не меняем, просто все петельки абсолютно вяжем по рисунку. Как ложатся петли, так их и провязываем. Третий лицевой ряд и четвертый вяжем по рисунку. Кромочную снимаем, затем
10 лицевых и по рисунку. Там, где лицевые, над ними лицевые вяжем. Там, где изнаночные, над изнаночными тоже вяжем изнаночные. Так что все вяжем пока по рисунку. Это третий ряд вяжем по рисунку. А затем у нас идет четвертый ряд изнаночный, как я вам уже говорила. Изнаночные ряды вяжем все полностью по рисунку. Пятый — это лицевой у нас ряд уже. Мы будем делать первое перекрещивание. Первую кромочную снимаем, затем у нас идут 10 лицевых планочки. Так и провяжем их 10 лицевых. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Затем у нас идет одна изнаночная. Так и провяжем ее одна изнаночная. И все последующие изнаночные в этом ряду мы просто будем провязывать без изменения. А вот эти наши 12 лицевых мы провяжем следующим образом. Берем дополнительную спицу, о которой я вам говорила. И за работой вот так вот, то есть смотрите, у нас спицу мы с ниточкой оставляем перед работой, а за работой начинаем снимать на дополнительную спицу первые 3 петельки. 1, 2, 3. Оставляем их за работой, то есть смотрите, вот так вот как мы сняли, так и оставляем. Затем следующие 3 мы провяжем лицевые. Обратите внимание, я вяжу за заднюю стеночку, чтобы они не были перекрещены. То есть провязываю, как всегда, лицевые красивенькой косичкой. Теперь, провязав 3 лицевые, я беру с дополнительной спицы, провязываю те 3 лицевые, которые мы оставляли за работой. 1, 2, 3. То есть мы сейчас сделали с наклоном влево 6 лицевых. Ой, с наклоном вправо, простите, 6 первые лицевых из 12. То есть вот мы перекрестили 3 через 3. Еще у нас осталось 6 лицевых, то есть вторые 6 из 12 петелек. Поэтому мы снимаем на дополнительную спицу первые 3 петельки из 6 и оставляем их перед работой. Затем провязываем следующие 3 лицевые, то есть получается 10, 11, 12 лицевую. И с дополнительной спицы, которую мы оставляли перед работой, провязываем 3 лицевые. 1, 2, 3. Теперь смотрите, что мы сделали. Мы перекрестили вторые 6 петелек влево. То есть 3 через 3 мы перекрестили сначала вправо, затем 3 через 3 влево. Сделали вот такое вот перекрещивание на 12 петельках. Теперь у нас 2 изнаночные идут. Мы так их и провяжем без изменения. 2 изнаночные. Теперь снова у нас идут 12 лицевых. Мы точно так же, как и в первый раз, оставляем за работой первые 3 петельки. Затем следующие 3 мы провязываем лицевыми. 1, 2, 3. С дополнительной спицы провязываем 3 лицевые, которые оставляли за работой. Теперь снимаем из второй шестерки 3 первые лицевые и оставляем их перед работой. Провязываем с левой спицы 3 последние лицевые, а затем провязываем лицевыми те, которые оставляли перед работой на дополнительной спице. 1, 2 и 3. Хотите, с дополнительной спицы переодевайте на левую спицу, на рабочую. Но, честно говоря, мне так провязывать более удобно и быстрее. У нас получилось снова перекрещивание вправо и влево. 2 изнаночные провязываем изнаночными без изменения. О чем я вам говорила, что изнаночные мы в ряду не трогаем. Они у нас всегда будут изнаночными, всегда на протяжении всего вязания. А с изнаночной стороны эти изнаночные выглядят лицевыми, поэтому всегда с изнаночной стороны они будут лицевыми. То есть вот эти промежуточные петельки мы никогда не будем трогать, они у нас будут по рисунку. А на 12 петельках мы будем делать вот такое вот перекрещивание периодически, чтобы делать красивые вот такие вот косички, жгутики, в общем, кто как их называет. Провязали изнаночные, промежуточные, снова наши 12 петелек.
Мы оставляем 3 первые на дополнительной спице за работой. Делаем перекрещивание вправо. Провязываем следующие 3 петельки лицевые. 1, 2, 3. Затем с дополнительной спицы провязываем, ниточку оставляем за спицей и провязываем 3 лицевые. Снова 3 первые лицевые снимаем на дополнительную спицу и оставляем перед работой. Провязываем следующие 3 лицевые. 1, 2, 3. А с дополнительной спицы теперь провязываем оставшиеся 3 лицевые, последние из 12. То есть просто снимаете с первой шестерки 3 первые, оставляете за работой, и со второй шестерки 3 первые, но оставляете перед работой. Все петельки лицевые. Снова 2 изнаночные оставляем промежуточные, они у нас изнаночные без изменения. И опять идет перекрещивание. Из 12 петелек мы 6 перекрещиваем вправо, затем 6 слева. Поэтому 3 первые оставляем на дополнительной спице за работой. Провязываем 3 вторые лицевые. 3 первые с дополнительной спицы провязываем лицевые. 3 первые из второй шестерки снимаем на дополнительную спицу. Оставляем перед работой. 3 вторые из второй шестерки провязываем лицевыми. 1, 2, 3. И последние из 12 петелек, которые оставляли перед работой на дополнительной спице, провязываем лицевыми. Обратите внимание, все лицевые я вяжу за заднюю стеночку для того, чтобы они были не перекрещенные. То есть обычным способом, но тем не менее у нас не перекрученные лицевые. Снова идут 2 изнаночные без изменения. В общем, вот так нам нужно провязать все последующие 12 петелек между двумя изнаночными, перекрещивание сделать сначала вправо, затем влево. 3 первые спицы, 3 первые петельки оставляем на дополнительной спице за работой, 3 вторые провязываем, затем с дополнительной спицы провязываем. Теперь со второй шестерочки из 12 петелек первые оставляем перед работой на дополнительной спице, вторые провязываем, затем с дополнительной спицы. И так вяжем до конца этого ряда. Изнаночный ряд у нас по рисунку. Повернув на изнаночный ряд, планочку не трогаем. Она у нас идет платочной вязкой, как всегда, лицевыми. Затем у нас идет лицевая, мы ее провязываем лицевой. И наши перекрещенные лицевые с той стороны, в этой стороне изнаночные. Поэтому все так изнаночными и провязываем. Не боимся, они немножечко у нас, может быть, затянутые слегка. Вот, поэтому не бойтесь, просто провязывайте по ходу, как они у вас расположены, так и провязывайте дальше изнаночными. Затем у нас идут 2 лицевые, то есть конец и начало следующего рапорта. Вот, теперь снова у нас идут 12 изнаночных, поэтому их так и провязываем, 12 изнаночных. То есть, как я вам уже говорила, изнаночный ряд весь по рисунку, но я решила вам показать именно... заострить ваше внимание, что при провязывании перекрещивания с лицевой стороны, с изнаночной стороны ничего не меняется. То есть над лицевыми вяжем лицевые петельки, над изнаночными вяжем изнаночные петельки, несмотря, опять же, на перекрещивание с лицевой стороны. Седьмой лицевой ряд вяжем по рисунку. Кромочную снимаем, далее идет у нас планочка. И над лицевыми вяжем лицевые, над изнаночными вяжем изнаночные. 10 лицевых планочки в начале и в конце вяжем платочной вязкой без изменения. 9 также лицевой ряд мы вяжем по рисунку. Кромочную снимаем, далее 10 петелек планочки. И все полностью петельки вяжем по рисунку. Изнаночные над изнаночными и лицевые петельки над лицевыми. 11 лицевой ряд также вяжем все по рисунку. Лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. И, наконец, 13 ряд. Мы в нем делать будем перекрещивание. Поэтому кромочную снимаем. Далее провязываем 10 петелек лицевой планки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Теперь у нас идет одна изнаночная, так ее провязываем изнаночной и делаем перекрещивание, берем дополнительную спицу, как и пятый ряд. То есть сейчас у нас идет 13 лицевой, то есть ряд, и идет он у нас как пятый. Мы 3 петельки первые из 12 оставляем за работой на дополнительной спице, 1, 2, 3. Следующие 3 петельки мы провязываем лицевой петлей, 1, 2, 3. Теперь с дополнительной спицы возвращаем на основную или просто с нее провязываем, как мы делали в первый раз, 3 петельки лицевые. Теперь у нас идет четвертая часть из 3 лицевых. Мы ее снимаем на дополнительную спицу, оставляем перед работой. И последнюю четвертую часть мы провязываем лицевыми. Третью часть также провязываем с дополнительной спицы лицевыми. Полностью все петельки у нас, все, как всегда, вяжутся лицевые. Изнаночные, промежуточные между нашими перекрещиваниями, между жгутами, провязываем без изменения. То есть все вяжем, повторяя, как пятый ряд. Сейчас делаем перекрещивание. И, как вы видите, у нас получается узорчик вот такой вот голова совы. Вот таких вот голова совы узорчики мы будем делать по всему этому ряду. 3 петли из 12 лицевых оставляем за работой на дополнительной спице. 3 петли вторые провязываем лицевыми петельками 1, 2, 3. Теперь возвращаем с дополнительной спицы, провязываем лицевыми 1, 2, 3. Теперь третью часть из 3 петелек на дополнительную спицу перед работой оставляем. И четвертую часть из 3 петелек наших состоящую провязываем лицевые. С дополнительной спицы провязываем также все лицевые. То есть мы сделали снова наклон вправо, затем сделали наклон влево. И промежуточные мы провязываем без изменения. 2 изнаночные. В общем, повторяем пятый ряд. Вот так вот продолжаем делать перекрещивание. Оставлять первую часть за работой, вторую провязывать, третью перед работой, четвертую провязывать. То есть вот так вот мы будем делать перекрещивание, как и в пятом, еще раз повторюсь, ряду. То есть вот так вот до конца этого ряда. Подходим к третьему рапорту. 3 петли оставляем за работой на дополнительной спице. 3 петли провязываем следующие лицевой. 1, 2, 3. С дополнительной спицы провязываем 3 петли лицевой. 1, 2, 3. Теперь 3 петли оставляем перед работой на дополнительной спице. 1, 2, 3. С левой спицы на правую провязываем 3 лицевые, 1, 2 и 3. И петельки на дополнительной спице, которые оставляли, провязываем 3 лицевые, 1, 2 и 3. Промежуточные у нас снова изнаночные без изменения. То есть я думаю, что здесь ничего абсолютно сложного нет. Здесь вы провяжете самостоятельно этот 13 лицевой ряд. И изнаночный ряд у нас идет, как всегда, по рисунку. Сейчас у нас 15 лицевой ряд. Смотрите, мы сделали с вами перекрещивание в пятом ряду сначала, а затем сделали в 13 ряду. То есть провязали после ряда перекрещивания 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. То есть провязали после первого перекрещивания 7 рядов. И сделали в 8 ряду следующее перекрещивание. То есть в 5 сделали, затем в 13. Между 5 и 13 у нас 7 рядочков. Вот, значит, получается, мы в каждом последующем перекрещивании, то есть перекрещивание каждое последующее будем делать в 8 ряду. Смотрите, между 5 и 13, повторюсь, 7 рядочков. То есть сейчас, смотрите, после ряда перекрещивания 13 мы провязали изнаночный ряд. Это у нас идет как первый.
Затем нам еще нужно провязать 6 рядочков и в восьмом сделать перекрещивание, восьмой лицевой ряд. В каждом восьмом лицевом ряду делаем перекрещивание. То есть, по идее, нам нужно провязать 3 ряда лицевых и 4 изнаночных. Мы один изнаночный провязали, мы сейчас с вами на лицевом ряду находимся, значит, изнаночный один провязан, значит, вам еще нужно будет 3 раза провязать лицевой, изнаночный вернуть, лицевой, изнаночный вернуть, лицевой и изнаночный. То есть провязать еще 3 раза, по 3 раза лицевая, изнаночная сторона, лицевая, изнаночная сторона, лицевая, изнаночная сторона. 3 раза. В каждом восьмом лицевом ряду, в пятом, в тринадцатом, затем мы прибавляем еще 7 рядочков, то есть провязываем 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и в 21, в 21 ряду от начала мы с вами будем делать перекрещивание. Но чтобы вам было проще, мы сейчас можем вернуться по видео к пятому ряду перекрещивания и затем можете поэтапно провязывать вот эти вот ряды, для того, чтобы вам проще было, скажем так, отсчитывать. То есть я изнаночные с вами не проговаривала, когда вязала. Я сказала, что изнаночные вяжем по рисунку, я их пропускала. Сейчас вы можете опять же вернуться и вязать поэтапно все с 5 по 13 ряд. Затем мы с вами сейчас провязали и остановились на 15 ряду. То есть 14 изнаночный мы с вами провязали, сейчас 15 лицевой ряд. Как я вам уже говорила, нам нужно делать вот эти петельки для пуговичек. Через 3 сантиметра мы сделали, затем через 9, то есть 12 сантиметров полотна от начала до провязанного 14 ряда узора. У нас как раз получается, можете измерить 12 сантиметров, то есть 3 и 9 сантиметров это 12 сантиметров. Вот у меня сейчас провязано 12 сантиметров, поэтому в 15 ряду я обязательно должна сделать вот эту вторую петельку для пуговичек. И не забывайте, что через сантиметр мы уже будем вводить ниточку одну, менять на белый цвет. То есть будем вязать уже через 13 сантиметров от начала полотна, будем менять ниточку одну из двух на белую. Итак, все это по ходу вязания. Сейчас мы пока будем провязывать 15 ряд. У нас он идет с петелькой, поэтому кромочную снимаем, затем вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь делаем накид и провязываем следующие 2 петельки за переднюю стеночку второй петельки, 2 вместе, 1 лицевой. То есть мы с вами накид сделали и сократили для того, чтобы у вас было такое же количество петелек, как и до этого. Вот. Сделали накид, провязали 2 вместе лицевой и довязываем 4 лицевые, просто, ой, 3, извините, 3 лицевые. И затем у нас идет одна изнаночная по рисунку. То есть, смотрите, у нас получается, если мы уберем вот эту изнаночную, получается должно быть 10 петелек планочки и 11 кромочная. Итак, считаем, кромочную убираем, 2, 4, 6, 8, 10. 10 петелек провязано вместе с накидом. Кромочная, а это у нас идет уже изнаночная из раппорта. Я ее посчитала как лицевую с планки, но будьте внимательны. У нас здесь перед вот этим вот раппортом узора именно самой непосредственно 12 петелечек косички, у нас здесь идет одна изнаночная. Поэтому не путайтесь. Я вот сейчас по ходу вязания уточнила этот момент. Смотрите, чтобы у вас всегда после 10 петель планочки была здесь изнаночная. Обратите тоже на это внимание, она у нас как здесь 2 промежуточные. Вот. Теперь мы довязываем по рисунку 15 ряд и продолжаем вязать, как мы с вами говорили, уже до следующего 8 ряда перекрещивания. Изнаночный ряд провяжите просто эти 10 петелек с изнаночной стороны лицевыми. То есть, как мы с вами вязали здесь, при вывязывании вот этой вот петельки, точно так же и здесь. Просто провязываете ее лицевой, вот эту петельку накид, и она у вас получается вот такой дырочкой. Здесь я думаю, что все вам должно понятно, поэтому лицевой ряд довязываем по рисунку, изнаночный, соответственно, провязываем по рисунку. У нас идут 12 лицевых, значит провязываем 12 лицевых.
2 изнаночные, 2, значит, изнаночные провязываем. 12 лицевых, 2 изнаночные. И так чередуем до конца ряда. Довязали изнаночный ряд. И вот, посмотрите, у нас получается через 9 сантиметров от первой петельки готова вторая петелька. То есть сейчас получается у нас с вами 17-18 ряд будет лицевой и изнаночный. Это получается вторая пара провязанная петелек. То есть смотрите, мы с вами сейчас по идее провязали уже 3 ряда. Изнаночный, лицевой и изнаночный. Сейчас у нас будет лицевой, изнаночный, 17 получается и 18 ряд. То есть будем делать перекрещивание, провязав лицевой этот и изнаночный ряд, вторую пару, и еще нам останется ряд лицевой и ряд изнаночный провязать, то есть третью пару рядочков. Итак, 17 ряд мы с вами провяжем и 18 по рисунку. Первую кромочную снимаем, затем 10 лицевых у нас, 1 изнаночная и так далее. То есть лицевые вяжем над лицевыми, изнаночные вяжем над изнаночными. Я не довязала планочку в 18 изнаночном ряду. Смотрите, нам нужно в этом ряду, в 18, поменять цвет ниточки, чтобы у нас с начала 19 ряда был уже изменен цвет. Смотрите, мы провязали с вами в 2 красные нити 13 сантиметров. Если вы от начала резиночки померяете до спицы, у нас должно получиться 13 сантиметров. По крайней мере, у меня так получилось с моей плотностью вязания. И там, если у вас будет плюс-минус какая-то там доля сантиметра, то есть миллиметр, максимум 2, ничего страшного, оставляйте, это все уйдет в длину и, скажем так, останется совсем крохотный масенький запасик. Здесь не совсем эта роль, скажем так, сыграет, поэтому сильно на этом не заостряйте внимание. Нам нужно сейчас сменить одну ниточку на белую. Я это уже сделала, но смотрите, нам все-таки этот ряд нужно довязать цветом красной, то есть красными ниточками. Поэтому для того, чтобы правильно рассчитать, в каком именно месте нам нужно присоединить белый цвет, вам нужно провязать двумя ниточками 10 петелек планки, не довязывая кромочную 11, и отметить именно то место, где вам нужно сделать грань перехода цветов из красного в белый. Как соединить вот так вот ниточку, присоединить аккуратненько и красивенько, вы можете посмотреть в моих предыдущих видео. Я здесь не заостряла внимание, а смотрите, при присоединении ниточки, чтобы у вас совпало все идеально, вам нужно отметить место, где вы будете именно, скажем так, петельку делать для присоединения другого цвета. Опять же, нам нужно кромочную, вот эту 11-ю, провязать уже смешанным цветом, то есть белым и красным. Почему? Потому что в начале 19 ряда у нас кромочная снимается не провязанной, то есть она у нас уже должна быть смешанным цветом, не однотонным, а смешанным. Итак, теперь я довяжу свою планочку красным цветом. Это 10 лицевых петелек, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Краешек ниточки я ставлю, получается, на изнаночную сторону. И довязываю 8, 9, 10. А теперь смотрите, у меня получается довязано 10 петелек планочки, и уже кромочная 11 идет смешанным цветом. То есть одна ниточка у меня уже идет белая, а вторая красная. Точно так же вам нужно поменять ниточку, чтобы у вас кромочная была уже смешанная. Ссылочку на то, как присоединить незаметно ниточку, я вам оставлю под этим видео. Почему я оставила вот эти краешки ниточек, не обрезала? То есть вот эти краешки вам нужно будет обрезать, чтобы их не видно было. Для того, чтобы вы увидели, что я действительно присоединяла цвет, а теперь я могу вот эти краешки аккуратненько обрезать. Теперь смотрите, у нас начало 19 ряда, то есть сейчас это лицевой 19 ряд, отсчитывая от вот этого вот начала провязывания наших рапортов узора. 19-20 ряд – это последний ряд, который провязывается по рисунку. Затем мы, уже начиная
в 21 ряду лицевом будем делать снова вот это перекрещивание, то есть вправо и влево. 3 первые петельки из 12 оставляются за работой, 3 вторые провязываются, затем с дополнительной спицы провязывается. Теперь 3 третьей части из 12 мы оставляем на дополнительной спице перед работой, затем провязываем последнюю часть и с дополнительной спицы предпоследнюю часть провязываем. То есть вот точно так же, как мы с вами провязывали 5 и 13 ряд, вам нужно будет провязать 21 ряд. Теперь же мы продолжаем вязать, кромочную снимаем, затем у нас 10 идут лицевых, так и провязываемых, 10 лицевых. Уже, как вы видите, идет смешанные цвета у нас красивые. И опять же, я почему, сейчас вам расскажу, почему я присоединила именно вот таким незаметным способом эту ниточку. Потому что, смотрите, у нас ниточка смешивается на лицевой стороне. То есть, обратите внимание, у нас смена цвета произошла на изнанке, последняя петля, то есть на лицевой стороне. Вот у меня смешанные цвета пошли на лицевой стороне. Здесь идет у нас петельки, то есть у меня правая сторона, это кофточка, жилеточка для девочки. Поэтому у нас вот эта планка будет сверху. И для того, чтобы здесь не было никаких узелков, каких-то присоединений, то есть чтобы минимально было видно, я присоединяю именно тайным способом ниточки. Хотите, если можете, в принципе, не заморачиваться и присоединить обычным узелком, но, честно говоря, опять же, это отразится на качестве выполненной работы. Я очень люблю качественные вещи, поэтому сама стараюсь максимально придерживаться такого принципа. Присоединив тайно ниточку, мы сможем вот эти краешки, они у нас теперь лишние, отрезать. И, как вы видите, абсолютно, абсолютно не видно этого присоединения. Здесь все аккуратненько, здесь все аккуратненько. И я буду уверена, скажем так, на 99%. Почему не на 100%? Потому что, в принципе, в вязании быть уверенным на 100% невозможно. На 99% даю гарантии, что не распустится по ходу носки вот это присоединение. Если же это будет какой-то узелок, узелки могут развязаться. Поэтому постарайтесь не полениться и потратить какие-то лишние 2 минутки вашего времени и присоединить, помучиться, скажем так, на провязывании перед кромочной, именно отметить, где ниточка у вас должна находиться. Затем распустить эти 10 петелек планочки и прицепить красиво ниточку. То есть это 2 минутки заняло. Абсолютно несложно. Дальше мы продолжаем вязать еще лицевой этот, продолжим, и изнаночный ряд вернемся. Затем сделаем ряд перекрещиваний. Я этого уже показывать вам не буду. Я думаю, что здесь вы сами все понимаете. Продолжаем вязать смешанными цветами двумя. Конечно же, мы с вами еще вернемся к моменту провязывания петельки через 9 сантиметров от второй вот этой петельки, то есть через 9 сантиметров на планке нам нужно будет снова сделать петельку. И, конечно же, я вам это покажу, а пока мы вяжем просто по рапорту узора, вяжем перекрещивание вот этой вот красивой нашей косички, я их называю косички-совушки, потому что, если вы обратите внимание, вот у нас голова совы. То есть дальше точно так же продолжается вот такая вот косичка красивая или жгутик. И не забывайте провязывать в начале и в конце по 10 петелек лицевых. Это наша планочка, которая вяжется неизменно на протяжении всей жилеточки. И теперь мы вяжем смешанным цветом. Поэтому продолжаем вязать все точно так же, как мы вязали до этого. Здесь, я думаю, все вам должно быть понятно. А когда придет время делать именно петельку третью, я включу и покажу вам, как мы ее с вами сделаем. Ну, в принципе, я думаю, что те, кто поняли, как мы провязывали здесь петельку, здесь, то третью вы самостоятельно сможете также связать. Итак, в общем, продолжаем вязание. В каждом восьмом ряду лицевом, он у нас лицевой ряд восьмой, делаем перекрещивание в правую сторону, затем в левую. Наши 12 вот эти вот петелек. Промежуточные и изнаночные 2. Точно так же, как и здесь одна, и перед планочкой последней. Вот здесь вот у нас одна изнаночная.
обязательно провязываем без изменения на изнаночной стороне, вяжем все по рисунку. То есть я думаю, что здесь все понятно, поэтому продолжаем самостоятельно вязать и набирать высоту нашей жилетки. У меня провязан 7-й ряд. Сейчас у меня получается лицевой ряд, 8-й, где мы будем делать поворотики влево и вправо. Сейчас смотрите, мы будем делать ряд не только перекручивания с наклоном, но и ряд с петелькой. То есть смотрите, если вы посчитаете от петельки до петельки, у вас получается вот таких вот изнаночных рядочков, то есть таких вот волн, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рядочков. То есть смотрите, между петельками 11 рядочков изнаночных вот таких вот волн. То сейчас получается у вас точно так же должно быть 11 этих рядочков. Смотрите, после петельки первый ряд, затем второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый, последний, законченный сейчас с изнаночной стороны ряд. Сейчас получается у вас лицевой ряд, и мы делаем петельку. Я почему-то вот так вот начала через 9 рядочков, через 11 рядочков, поэтому я так и буду делать в последующих случаях свои петельки через 11 рядочков. Итак, кромочную снимаем, затем провязываем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь делаем накид и следующие 2 петельки провязываем вместе одной лицевой. И довязываем оставшиеся 3 петельки лицевой. 1, 2, 3. Далее у вас идет 1 изнаночная, начало раппорта, а затем идет 12 лицевых петелек. Поэтому берем дополнительную спицу. И на нее снимаем 3 петельки, как всегда, оставляем за работой, провязываем. Следующие 3 петельки лицевыми. 1, 2 и 3. Теперь оставленные за работой подтягиваем, провязываем 3 лицевые. В общем, сейчас мы делаем точно такие же поворотики, как и всегда в 8-м ряду. А теперь 3 берем следующие, оставляем перед работой. И последние из 12, 3 провязываем лицевыми. 1, 2, 3. С дополнительной спицы также лицевые. То есть все как обычно. Делаем ряд этот с поворотиками. До конца отделяем изнаночными петельками промежуточными нашими. То есть все продолжаем в том же духе, как и провязывали. Вот так вот. Сейчас снова 12 петелек, делаем поворотик. 12 петелек, поворотик. Снова изнаночные, 12 петелек, поворотик, поворотик. То есть и так далее. Продолжаем делать повороты, но при этом у нас уже здесь получается петелька сделана. И, конечно же, изнаночный ряд. Эти 10 петелек планочки провязываем все лицевые. То есть все, как и в предыдущее провязывание петелек, у нас получается накидик заменил провязанные 2 вместе лицевые. Вот. Что мы делаем? Теперь мы продолжаем вязать наше полотнище от начала до начала проймочки. То есть сейчас мы продолжаем провязывать в двойную разноцветную ниточку, то есть в 2 цвета. Продолжаем до высоты 23 сантиметра от начала работы, чтобы начать провязывать проймочку нашей жилеточки. То есть сейчас просто продолжаем провязывать. Здесь уже в ближайшие 9 сантиметров или вот этих вот 11 рядочков волн нам не нужно будет делать петельку, поэтому по ходу работы мы потом обратим на нее внимание. И так далее. То есть продолжаете сейчас провязывать 8-й ряд с перекрещиванием, затем продолжаете вязать снова эти ряды без изменения, изнаночные и лицевые, до 23 сантиметров в высоту полотна. После того, как мы сделали ряд перекрещивания, я провязала еще 3 ряда. Из них 2 изнаночных и 1 лицевой. Сейчас я нахожусь на начале лицевого ряда. У меня получается от начала вязания до конца 23 сантиметра. Там минус-плюс 2 миллиметра. Вот, теперь
Что мы делаем? Смотрите, мы должны поделить наше полотно на две передние полочки вместе с планками и на заднюю спиночку нашу. Теперь смотрите, если мы возьмем наш, так сказать, условный план, то на спинке у нас 5 рапортов косы. Из них, смотрите, рапорт состоит из изнаночная, коса, изнаночная. То есть вот коса, между косами 2 изнаночные. Одна изнаночная с одного рапорта, вторая изнаночная с другого рапорта. Наперед у нас по 2 рапорта и планка. 2 рапорта и вторая планка. Смотрите, теперь мы берем 2 булавочки и ставим отметочку между двумя. После планки у нас идет 2 рапорта косы. И вот между двумя изнаночными одного рапорта и второго мы ставим отметочку, ну то есть булавочку. Теперь отсчитываем 5 рапортов косы. 1, 2, 3, 4, 5. То есть 7 изначально. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И между 7 и 8 мы ставим тоже отметочку между двумя изнаночными. То есть я ставлю булавочку, хотите возьмите маркер пластиковый. В общем, кто чем хочет, хотите просто кусочки ниточки. Кто чем хочет, тем и отметим. То есть смотрите, у нас получается 2 рапорта косы. Это планка плюс полочка, одна сторона. Теперь 5, 1, 2, 3, 4, 5. Это спинка. И оставшиеся 2 косы и планка, это вторая наша полочка. Причем, смотрите, на лицевой стороне, если мы вот так вот повернем, то получается вот таким вот образом у нас выглядит наша жилетка. То есть, смотрите, вот если мы уберем все лишнее, у меня правая сторона главная, так как у меня на ней дырочки для пуговичек. Вот так, смотрите, если мы сложим, получается наша жилеточка без, скажем так, ну, то есть уже свернутая. И с задней стороны получается 5 рапортов косички. Я думаю, что здесь вам все должно быть понятно. Теперь мы провязали, получается, высоту 23 сантиметра. И нам нужно сделать проймочки. Если вы сложите вот так вот, как я, то проймочки у нас должны располагаться с одной стороны. И вторая с другой стороны, как раз таки вот где булавочки наши. Вот. Для чего мы отметили булавочками? Для того, чтобы мы поняли, где у нас должны располагаться проймочки. Что мы делаем? Мы берем, разворачиваем наше полотно в первичное состояние и провязываем до первого маркера вот эти вот петельки, 2 рапорта и планку без изменения. То есть кромочную снимаем. Затем у нас идут 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одна изнаночная, пошел уже рапорт. Далее 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Затем у нас идут 2 изнаночные, то есть конец этого рапорта и начало следующего. И 12 петелек следующей косички. Это получается у нас по счету 4 ряд. То есть смотрите, в каждом 8 мы делаем перекрещивание косы, поэтому считаем, это у нас 4 ряд. Вот, пока мы эту планочку с полочкой не трогаем, а получается будем трогать вот эту вторую часть, то есть спинку. Смотрите, мы отметили нашей булавочкой между двумя изнаночными. Первую изнаночную вместе с косой со второй я провязала, а вот эту изнаночную пока не трогаю. То есть это уже начало вот этого третьего рапорта косы, то есть начало спинки. Что мы делаем? Смотрите. Мы так и провяжем ее изнаночной. Затем следующая у нас лицевая. Мы так и провязываем ее лицевой. И делаем вот такую вот протяжку. То есть изнаночную одеваем на лицевую. И изнаночную спускаем на лицевую.
Теперь дальше у нас идет лицевая. Мы провязываем ее лицевой, а затем первую петельку, вот эту вот изнаночную, снова одеваем на лицевую. Так мы сделали убавление двух петелек. Дальше идет лицевая, снова лицевую провязываем и на нее делаем протяжку. То есть что мы делаем? Мы закрываем первые 4 петельки. И четвертую мы, получается, провязываем лицевой и одеваем на нее предыдущую третью. Смотрите, у нас получается, осталось здесь вот 2 лицевые из первых 6, где мы делали перекрещивание вправо. И затем у нас идут следующие 6 из 12 петель рапорта с перекрещиванием в левую сторону. Так у вас и должно получиться. Смотрите, у вас одна петелька осталась на правой спице, то есть которую мы закрывали, 4 начальные вот эти вот петельки. И теперь у нас 2 еще лицевые остались с первой половинки косы из 12 и 6 со второй полностью нетронутые. И продолжаем точно так же по рисунку вязать наши петельки, то есть наши лицевые 2, затем у нас идут 6, то есть 8 лицевых у нас сейчас провязываем, не считая ту петельку, которую мы сделали последнюю для закрытия. То есть мы как бы получается 4 петельки закрыли, началась наша проймочка на спинке. Теперь мы должны провязать 5 рапортов спинки. Первый мы провязали с вами, на котором сделали убавление. И еще нам нужно довязать 4 рапорта спинки. То есть 2 изнаночные, затем 12 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Теперь 2 изнаночные, 12 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 изнаночные. Снова 12 лицевых. Это пошел уже 4-й рапорт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Заканчиваем 4-й рапорт изнаночной и начинаем последний 5-й рапорт спинки. Изнаночная, 12 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, и 12. Последняя у нас изнаночная. Все, мы провязали 5 рапортов спинки. На первом сделали вот здесь закрытие петелек. Не довязывая до конца вторую нашу полочку, мы не трогаем ее. Поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Что мы сейчас делаем? Мы симметрично первой стороне вот здесь вот спинки сделаем закрытие 4 петелек. Как мы это сделаем? Смотрите. Мы провязали, получается, последнюю петельку. Мы ее снимаем, не провязывая. Затем у нас идет изнаночная. Мы так ее и провязываем изнаночной. И первую одеваем на вторую. Затем следующая у нас изнаночная. Провязываем и делаем вот такую вот протяжечку. То есть закрытие петель изнаночными петлями. Мы закрыли 2. Теперь третью провязываем изнаночной. Делаем протяжку и четвертую провязываем изнаночной, делаем протяжку. У нас должно остаться 6 петелек второй части косы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, если вы посчитаете от 2 лицевых. И 2, которые остались при закрытии из второй вот этой вот части косички. И теперь получается вот эти вот 8 петелек изнаночных мы довязываем изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Мы сделали симметричное закрытие проймочки с одной стороны и с другой стороны. Но сначала мы сделали с лицевой стороны, теперь мы сделали вторую часть с изнаночной. Нам нужно до конца довязать этот ряд по рисунку. Ну как до конца? До конца, до начала нашей проймочки первой.
То есть 5 рапортов спинки нам нужно провязать по рисунку. Раппорт, как вы помните, у нас это получается раппорт в высоту косички, пятый ряд. То есть мы с вами провязали 2 изнаночных, 2 лицевых, и сейчас у нас пятый изнаночный ряд. Провязываем 5 рапортов косы. То есть мы провязали с вами после проймочки второй раппорт. Далее 2 лицевые, 12 изнаночных, третий раппорт довязываем. И довязываем до булавочки по рисунку. Затем мы с вами повернем на лицевую сторону. То есть, как вы поняли, мы планочки вместе с полочками сейчас не провязываем, не трогаем. А мы будем вязать лишь только спинку. Но и как вы тоже уже догадались, мы скоро будем менять цвет красный на белый. То есть скоро мы будем вязать в 2 белые ниточки. Если вы помните, у нас красная часть, вот эта вот самая нижняя, 13 сантиметров. Затем сборная белого и красного цвета 12 сантиметров. И белого точно так же там остается 12 сантиметров. Поэтому через 12 и 13 сантиметров, если мы прибавим, то получается через 25 сантиметров от начала вязания мы должны будем поменять на белый цвет ниточки. Поэтому сейчас довязываем вот это вот по рисунку до нашей отметочки, до булавочки. Довязали до конца, сделали последнюю изнаночную и повернули на лицевую сторону. Я вам говорила в начале, что возможно вам пригодятся вторые спицы, такие же по диаметру номер 5. Хотите, можете поменять сразу спиночку, вязать на прямыми обратными рядами на обычных ровных спицах. То есть вот такие вот, как я вам говорила уже в начале вязания, обычные спицы. То есть можете вязать ими, чисто спиночку. А две ваши полочки будут на вот этих круговых спицах. Хотите, можете просто прямыми обратными рядами продолжать вот так вот, не довязывать наши полки, трогать не нужно, а просто вязать спинку. То есть хотите так, кому как удобно. Теперь смотрите, мы с вами повернули вязание, наша спинка находится между вот этими вот булавочками, где мы вывязали проймочки. Мы так и продолжаем. Смотрите, это у нас получается уже провязывание шестого ряда для раппорта узора в высоту. И шестой ряд мы точно так же, как всегда, вяжем вместе с седьмым по рисунку. То есть шестой, седьмой ряд мы с вами не трогаем, а вяжем все абсолютно по рисунку. В восьмом ряду мы будем делать перекрещивание. Я довязала лицевой, получается шестой по счету ряд, до конца. И померила, сколько у меня от начала до конца этого вязания. У меня получается уже нужно менять цвет на белый. Поэтому сейчас запомните, если вы точно так же, как и я, меняете цвет на белый. Вот я оставила несколько петелек и поменяла цвет для того, чтобы провязать. Последнюю петелечку мы не считаем за цветную. Она у нас уже последняя должна быть в двойную белую. Вот это вот, потому что она у нас получается как кромочная, снимается не провязанной. Поэтому смотрите, на это обратите тоже внимание. И получается на полочках при вязании полочек наших, сейчас мы вяжем с вами спинку, при вязании полочек нам нужно также будет в конце лицевого ряда изменить цвет. То есть, чтобы у вас с изнаночного ряда уже начался белый цвет. Если вы меняете вместе со мной, пожалуйста, меняйте цвет. Если же вы поменяете со следующего ряда, уже как бы как с начала ряда, то, соответственно, запоминаете и меняете со следующего ряда. Я сейчас, получается, шестой ряд довяжу еще ниточкой в два цвета. И уже начиная с изнаночного нового ряда, это, получается, последний будет ряд перед тем, как мы будем делать перекрещивание сторон. Вот, смотрите, я довязала предпоследнюю петельку. У меня еще она цветная. Новая петелька у меня изнаночная уже идет лицевой, а беленькой ниточкой, то есть беленьким цветом. Разворачиваю я на изнаночную сторону, снимаю первую непровязанной, и затем у меня идут все
изнаночные по рисунку. Я постепенно немножечко завязываю вот эти вот краешки ниточек для того, чтобы они у меня не торчали. Вот, дальше продолжаю вязать изнаночными. И с лицевой стороны, если вы повернете, внешний вид очень-очень красивый, я считаю. То есть, смотрите, вот переход получился плавный, как и здесь, красивенький. И мы продолжаем вязать уже беленькой ниточкой. Вот эти краешки ниточек мы обрезаем. Я присоединяла тайным способом, как я вам уже говорила, в первый раз я присоединяла. Вот, ссылочку я оставлю под этим видео. Здесь я тоже не заостряла на этом внимание. И я продолжаю вязать последний перед перекрещиванием ряд беленьким, вот так вот измененным уже цветом. Получается довольно-таки, на мой взгляд, аккуратно и красиво. И мы довязываем этот ряд вот так вот по рисунку, как обычно, до конца спинки. Довязав изнаночный ряд до конца, я сейчас, получается, приступаю к провязыванию восьмого ряда. Восьмой ряд у нас идет с перекрещиванием вправо и влево. У нас получается из 5 раппортов спинки первый раппорт получается и последний раппорт неполные. Что мы будем делать с этими раппортами? Смотрите, первую кромочную мы снимаем не провязанной, и последнюю мы всегда будем провязывать изнаночной. То есть, как и в изначальном случае мы провязывали вот здесь, только получается у нас сейчас только спинка будет вязаться. Поэтому первая и последняя — это кромочные. Затем у нас идет 2 лицевые из первого вот этого вот перекрещивания и 6 из второго перекрещивания. Что мы делаем с этими двумя петельками? Мы сейчас тоже сделаем перекрещивание, как мы делали с 3. То есть, получается, снимаем 2 петельки эти на правую спицу, затем одеваем сначала вот эту вот первую петельку, вторую спускаем и вторую вот так вот перед работой одеваем обратно. То есть, получается, вторая у нас стала главная, первая осталась за работой. Мы с вами оставляли за работой 3 петельки на дополнительной спице, сейчас мы оставили, получается, 1, поменяли местами. Теперь провязываем их лицевыми. Сначала 1 лицевая, затем 2 лицевая. То есть сделали с наклоном вправо, как и делали с первой частью вот в этих рядах. Сделали с наклоном вправо только эти 2 петельки. Затем берем дополнительную спицу и следующие 3 петельки оставляем перед работой. То есть сейчас мы делаем все как обычно. Следующие 3 провязываем лицевыми. 1, 2, 3. И теперь с дополнительной спицы провязываем 1, 2, 3. Мы сейчас будем, получается, провязывать до конца высоты спинки неполный раппорт. Перекрещивание мы будем делать не только в рядах с перекрещиванием, то есть не только в восьмом, а и в средней паре на лицевой стороне, как в средней паре. Смотрите, сейчас будет следующий изнаночный ряд, первый, затем мы провяжем лицевой, второй, изнаночный, третий и четвертый лицевой, то есть четвертый, пятый, это считается средняя пара наших петелек перед, средняя пара рядов перед провязыванием вот этого в восьмом ряду перекрещивания. То есть посерединке это получается четвертый лицевой ряд. Вот в каждом восьмом и в каждом четвертом ряду мы будем делать вот это перекрещивание маленького жгутика. Я вам все сейчас по ходу объясню. Я думаю, здесь ничего так же сложного не будет. Поэтому сейчас берем, провязываем 2 изнаночные. Затем вот эти 3 средние раппорта узора полные мы провяжем самостоятельно. Сделаем перекрещивание, как и делали в предыдущих 8 рядах. А затем я вам покажу, как мы сделаем в последнем раппорте вот здесь. Провязали 2 изнаночные, и вот он наш последний раппорт, последняя косичка. Провязали с последнего раппорта изнаночную, а теперь, как всегда, снимаем 3 на дополнительную спицу петельки первые. Следующие 3 провязываем, то есть мы делаем полный наклон вправо. Теперь мы берем с дополнительной спицы, провязываем 3 петельки оставленные. И что мы делаем дальше? Смотрите, у нас остается всего 3 петельки. Как я вам говорила, первая и последняя — это кромочная. Последнюю мы не считаем. Значит, что мы сейчас делаем?
У нас следующий этап по провязыванию косички — наклон влево. Поэтому мы снимаем первую, оставляем за работой, за перед работой, а вторую вот так вот за работой переносим вперед. То есть поменяли местами с наклоном влево. И первую и вторую провязываем лицевые. Последняя у нас изнаночная, кромочная. Смотрите, то есть мы сделали наклон вправо, затем наклон влево. Как по ходу, так и здесь мы сделали. Смотрите, теперь мы следующее перекрещивание будем делать вот этих двух петелек, как в начале, так и в конце. Только разница в них в том, что мы сделали наклон вправо здесь, а затем полный наклон влево. А здесь наклон вправо полный, а наклон влево вот это из двух петелек. Теперь мы сделаем наклон влево еще раз в четвертом лицевом ряду. А сейчас пока первый ряд, второй и третий, то есть получается 2 изнаночных, 1 лицевой ряд, мы провяжем по рисунку. До следующего перекрещивания разворачиваем наше вязание и вяжем. Дополнительная спица нам пока не нужна. И при провязывании перекрещивания в четвертом ряду, я думаю, дополнительную спицу можно также отложить, не использовать. Так как 2 петли, я думаю, в принципе, можно снять и переместить их расположение. Кромочную снимаем и так и продолжаем вязать по рисунку. У нас идут 2 изнаночные, затем 6 изнаночных со второго перекрещивания. То есть вместо 12 наших привычных петелек для косы у нас осталось всего лишь 8 петелек. Из них мы 6 делаем перекрещивание в одну сторону и 2 перекрещивания в противоположную сторону. Но уже получается неполный раппорт. Итак, вяжем по рисунку этот ряд, затем еще один лицевой и изнаночный ряд также по рисунку. После ряда перекрещивания у меня получается сейчас провязано 3 ряда, и я в четвертом лицевом ряду. Кромочную снимаем, и как я вам говорила, уже в серединке между перекрещиваниями, то есть между 8-2 рядами, я сделаю перекрещивание маленького жгутика. Вот эти 2 петелечки наши лишние, которые с первого полураппорта остались, мы сделаем перекрещивание вправо. Снимаем 2 петельки на правую основную спицу, затем первую я оставляю как бы визуально за работой, одеваю, вторую спускаю и оставляю перед работой. Вот так вот. То есть я сделала с наклоном вправо. Провязываю эти 2 лицевые. Первая лицевая, затем вторую, второй лицевой. И все полностью вяжу по рисунку дальше. То есть как обычный четвертый промежуточный ряд между перекрещиванием. Сначала довязываю первый раппорт, оставшиеся 6 петелек. Затем делаю 2 изнаночные. Провязываю 12 петелек лицевых. Затем 2 изнаночные. Снова второй полный раппорт, 12 петелек лицевых, 2 изнаночные, третий полный раппорт, 12 лицевых, 2 изнаночные. И затем я вам сейчас хочу показать, как мы сделаем в конце этого ряда перекрещивание, чтобы вам потом в каждом четвертом ряду можно было делать самостоятельно. То есть в каждом 8 вы уже поняли, как мы перекрещиваем 3 через 3 петельки лицевые. А сейчас я вам хочу показать, чтобы у вас не осталось вопросов по поводу вот этих 2 маленьких жгутиков из 2 лицевых. Но я тоже думаю, что здесь ничего сложного абсолютно нет. Главное, запомните, как мы делаем перекрещивание. В правую сторону мы снимаем на дополнительную спицу, оставляем за работой. А со второго полураппорта оставляем на дополнительной спице перед работой. Вот таким вот способом вы и сможете, не запутавшись, сделать перекрещивание не только 3 через 3, а и 1 через 1. Вот. Итак, мы вяжем первый полураппорт. Вот здесь вот. А затем во втором полураппорте у вас остается вот 2 петельки и последняя кромочная третья. Поэтому нам нужно их перекрестить с наклоном влево. Поэтому мы снимаем 2 петельки на правую спицу, затем вторую одеваем на левую спицу и приспускаем, первую одеваем на спицу. Вот таким вот образом мы сделали
перекрещивание влево. Теперь провязываем первую лицевой и затем вторую лицевой. Последняя у нас кромочная. Вот таким вот образом мы сделали наклон в левую сторону. И в каждом четвертом ряду мы точно так же будем делать вот этот вот перехлест в четвертом и восьмом, там, где будете перехлест делать большой вот этой вот косички. Вот эти вот три полных рапорта и два по краям неполных рапорта. То есть, в принципе, можно было бы и делать перекрещивание только в каждом восьмом, то есть, как мы и раньше делали. Но, честно говоря, мне не очень нравится, как ложатся вот эти две петельки по ходу, скажем так, вязания до восьмого ряда. Я бы хотела, чтобы здесь был перехлёст вот этот вот из двух петелек. Поэтому я его буду делать в каждом четвертом ряду и в каждом восьмом. И у меня получится такая вот завертушечка, маленький жгутик по краям нашей проймочки. Итак, что я хотела сказать касательно вот этого вот белого цвета. Мы его будем вязать от начала вязания им 12 сантиметров. То есть сейчас мы не делаем никаких больше убавлений. Все оставляем так, как есть. Вяжем по рисунку. То есть делаем перекрещивание вот этих вот жгутиков в каждом восьмом ряду, маленьких в каждом четвертом, и вяжем 12 сантиметров белого цвета. И от начала вязания, от самого-самого начала вязания, как раз таки у нас должно вот это вот полотнище быть высотой 37 сантиметров. Я предлагаю вам связать 37,5 сантиметров для того, чтобы, когда мы будем выполнять боковые плечевые швы вот эти вот, чтобы у нас эти полсантиметрика были запаса высоты, ну, чтобы именно получилось как размер в размер. Потому что если вы провяжете 37 сантиметров, то какие-то полсантиметра у нас потеряются при выполнении именно плечевых швов. Вот я вам предлагаю связать от начала полотнища до конца именно белого вот этого цвета 37,5 сантиметров. То есть половинка для плечевых швов. Вяжем все по рисунку. Делаем перекрещивание. Здесь я думаю, что все понятно, поэтому продолжаем вязать беленьким цветом до конца высоты спинки. И до встречи во второй части, там, где мы с вами продолжим делать уже вот эти вот плечевые скосики и дальше вязать нашу жилеточку.